Всем привет, мои дорогие подписчики, гости нашего канала. Пока у меня есть тут время, я жду Наташу. Села буквально на пару минут с вами поговорить, рассказать, какие у нас новости. Ну, вы, наверное, уже и догадались по названию. Так, а я оделась, уже сижу в куртке, в шапке, мне совсем не жарко. Когда все ушли, я выключила отопление, открыла окна, дома проветрила, и сейчас прям такой свежий дома воздух, в общем, прохлада. Так что не переживайте, я тут не спарюсь, не зажарюсь. И сейчас иду я в центр, у нас, вы знаете, завтра особенный день, особенная дата, и хочется купить тортик, но вообще, честно говоря, иду за самым главным, это за спинками для наших пушистиков, альфуши, все они уже съели, и, в общем, надо купить им головы, шейки, ну, а вообще, хотелось бы купить спинки, но будут ли они в наличии, и заодно по пути зайти в магазин, купить мыльное, рыльное и тортик, ну, и завтра будем готовить что-то вкусное. В общем, вкусный ужин будет. Будем отмечать. Ну, а вы догадались, какая у нас завтра особенная дата для нашей семьи? И, как я и говорила, вы уже догадались, наверное, по названию. Да, старый канал возрождается, или как там правильно, в общем, снова на нем будут появляться ролики. И это, наверное, знаете, обращение к тем, кому не нравятся мои болталочки, кому не нравлюсь, в принципе, я, кто-то вот смотрит наш канал лишь только из-за Александра Николаевича, и там будут редки выходить от его имени, он будет сам снимать, я там буду мелькать, но говорить просто не буду, а то он мне постоянно говорит, что вот, Янусь, много разговариваешь, там где-то рассказываешь, но вот такой вот человек я, который любит поговорить, рассказать, поделиться. Кто-то есть разговорчивый, кто-то немногословный, все мы с вами разные. Так что, кому симпатизирует Александр Николаевич, там будут выходить изредка. Ну, как изредка? Ну, я думаю, что баловать, наверное, два раза в неделю он вас точно будет своими роликами. Они будут не такие длинные. Вот, когда вот будет делать ремонт в бане, будет вам снимать, рассказывать. И мы на старый канал, но он будет новый канал с новым названием, так что ссылочку оставлю в описании канала, правда, еще он там ничего не изменил, он думает креативное название какое придумать, и даже у него в мыслях была реальная жизнь, Нелепина говорит, я буду со своего ракурса снимать и показывать, что у нас тут происходит, а ты со своего. В общем, вот, так что название он еще думает в процессе, может, у вас есть какие-то идеи, накидайте ему в комментариях, почитает, и, может быть, какое-то ему даже понравится, вот, и если у вас есть желание, и вам не хочется пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании канала, и также закреплю в комментарии, в первом комментарии. Так что вот такие вот новости. И мы на тот канал просто ровно год вообще ничего не загружали. Он уже давно хотел, как сказать-то, ему уделить внимание. Ну, все не получалось, а тут пришло оповещение о том, что если, да, он не будет активным каналом, то, вы знаете, каналы удаляют. А мы вкладывали душу столько, помните, времени я его развивала. И там все наши ролики просто от А до Я, когда мы переехали только в Россию, снимали квартиру, купили дом, какой он был вообще изначально. Потом мы делали ремонт, ну там просто столько всего, поэтому не хочется это все потерять. И кто, может быть, хочет посмотреть, как было у нас до этого, какие мы были молодые, когда переехали, дети маленькие. У вас есть эта возможность посмотреть. Так что все, мои дорогие, я выхожу. Я думаю, что Наташа уже подходит. Так что всем хорошего дня, отличного настроения. Никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Не переключайтесь. Зашла в наш местный магазин «Растишка». Вот смотрю, выбираю ручки,
пиши «стирай». И немного давайте пробежимся по ценам. Обычное черное гелевое 19 рублей. Я выбрала Анюте вот такую беленькую пандочку. Такие ручки стоят 99. Потом такие купила ей. Очень она любит и пишут они хорошо. Можно купить стержень, но нет в наличии. Такие стоят 139. Максимка любит писать у нас с трехгранами. Они очень удобные. Они, по-моему, 105 рублей, если я не ошибаюсь. Да, 105. Такие вот ручки разные. Пиши, стирай. Есть такие тоже красивые, но они, видите, не трехгранные. 53 рубля. Такие 51 рубль. Разные ластики. Глаза просто разбегаются в такие магазины. С детьми ходить нельзя. Чего тут только нет. О, Чебурашка. Посмотрите, какая такса реалистичная. Ну, для меня мягкие игрушки, да, красивые. Но это такие, знаете, были сборники дома. В Казахстане у нас их было много, а тут уже дети подросли как бы и уже поменьше. Так, ладно, все. Посмотрели, купили. Идем теперь покупать мыльное рыльное, затем в мясной. Возьмем спинки, если есть в наличии для наших пушистиков, в Пятерочку, и потом уже потопаем домой. Ну и там дальше, видите, тоже игрушки, елочка красивая, такая уже украшена, или украсили, или так и идет елочка. А нет, елка с рябиной и шишками, 180, цена 8,5. Ну, не очень пышная. Там дальше всякие развивашки, куклы. Ну, можно купить все. Мне кажется, знаете, у нас в Дмитриевке может быть не так много магазинов, но в них есть все, можно найти. Лишь бы были денежки и кошелек потолще. Так, у нас так ветрено, вообще не знаю, слышно ли меня сейчас. Может быть, я и прервусь. Так, идем в Магнит Косметик. Сейчас покажу, что куплю там. А вообще уже всю закупку увидите дома. Так, ну и пройду немного показать вам наш красивый центр. Какие елочки стоят. Посмотрите, заснеженные, все в снегу. Просто можно залюбоваться. Так, еще мне надо в Сбербанк, а то у меня вообще нет денежек на карте. А часто надо перевести то туда, то обратно, так по мелочи. Надо, чтобы хоть немножко, ну, были. Все, посмотрели, идем теперь в Магнит Косметик. Пришла в наш с вами любимый всеми, наверное, Магнит Косметик. Чему тут только нет. Я тут уже немного прикупилась. Как буду дома, обязательно вам все покажу. И посмотрите, какая тут новая коллекция. Какие красивые кружки. Мне прям очень понравились. Кружка стоит фарфор, ландыш. А нет, на эти кружки цен нет. Я думала, что они стоят 99 рублей. Еще прям так удивилась, что цена такая еще хорошая. Оказывается, 99 рублей стоит кружка ландыш. Посмотрите, какие красивые расцветки. Такие вот кружки как раз вот прям идеально подойдут под мою голубую посуду. И еще к ним есть вот такие вот, видите, салатники. А ландыши это тоже. А вот такая вот, наверное. Так, почему-то на этот набор цен нет. Видимо, еще не успели выставить свечки. Мне очень понравилась вот такая вот фигурка, керамика. Зайка, 129 рублей держит сердечко. Такая прям милота, конечно. Ландыши кругом.
все уже, весна на носу. Так, пойду еще пробегусь. Посмотрю, может, что забыла. И все товары уже увидите дома. А то как-то не очень удобно ходить с камерой и всех смущать. Самое главное забыла я купить — это лезвие. О, по акции, видите, 599 рублей, 8 штук. Вот такое вот. А здесь уже 4 штуки идет, 298 300. Купить 8 намного выходит дешевле. Ну, короче, выгоднее. Так, ладно, все, теперь идем на кассу. Купила все, что хотела. Теперь топаю домой. Как всегда, забыла перчатки. Руки у меня просто отваливаются. Я еще тот мерзляк. И у меня тут 2 пакета. Немного расстроилась. Нет ничего для пушистиков вкусного. Но это спинки закончились, разобрали. Очень редко можно попасть, чтобы они были в наличии. Наверное, надо прям с самого утра, я не знаю, либо знать, когда завоз. Так, и боюсь туда дальше идти. Меня не будет слышно. Видите, ветер какой. Поэтому отключаюсь. А я сейчас иду к нашим дорогим и любимым крестным в гости. А у Веры Дмитриевны, посмотрите, какая тут красота. Все яблоньки в снегу, в ине. Зимний красивый сад. Ну ничего, сейчас время пролетит, и будем уже любоваться летним, весенним садом. Помните? Огромнейшая, красивая гортензия, розы, гвоздики. Ну, какой только красоты у Веры Дмитриевны нет. Не знаю, дома она вообще или нет. Обычно в это время она ходит гулять. Но сегодня прохладно, ветрено, мороз. И, может быть, я ее сейчас поймаю дома. Гуляли-гуляли, и в итоге Вера Дмитриевна довела меня до дому, постояли, поговорили. Говорю, пошлите чай пить. Нет, еще пойду погуляю, пока не темно. А я буду сейчас заходить домой, и надо бежать забирать детей дома. Темнота. Так, ладно, бежим, пока у меня тут все в пакетах не замерзло. Шли, разговаривали. У Веры Дмитриевны хорошо посидели. А то последний раз виделись на Новый год. Ну ничего, завтра у нас такой семейный праздник. Пригласила в гости. Если будет хорошее самочувствие, то придут с крестным в гости. Сейчас прям так прохладно стало, хочу вам сказать. Мороз, сколько, интересно. Сейчас пройдем до градусника, посмотрим с вами. И аж язык замерз. И не показывала вам. Вот видите, откидали снег немножко от дома. Тут, там пошире тоже тропинки прочистили. А снег-то скрипит. Ой, ну прям 2 дня давит уже мороз. Так, сколько тут у нас? Ну-ка скажите. Так. 12, да? 12. Ну да, мороз.
поднимается. Холодно. У меня прям руки замерзли. Я ведь, как всегда, забыла перчатки. И вон, посмотрите, что это мне ватишки дала Вера Дмитриевна свои. Нашла же. На, говорит, держи варежки, у меня есть. И руки хоть не так замерзли. Сейчас уже Сашуля приедет с работы. В общем, походила по магазинам после обеда. Время пролетело. Веры Дмитриевны душевно поразговаривали. Поделилась я с ней обо всем. Вот. Так что стало полегче. Все равно, как ни крути, у каждого человека есть какие-то мысли, а хочется что-то рассказать, поделиться, чтобы дали совет какой-то, да, дельный от души. Не абы как, а вот именно, который тебя поймет во всем и ко всем твоим словам отнесется с трепетом. За это огромное спасибо Вере Дмитриевне, вообще, что она есть в нашей жизни. Ой, все, заходим домой, сейчас покажу, что купила, и бежим забирать детей. Мои все дома, мы сейчас будем ужинать, ну, покажу, что купила. И сейчас так смеялась Сашуля, когда с работы зашел, говорит: Янусь, я не успеваю там деньги зарабатывать, ты так быстро их тратишь. Ну, на самом деле, просто цены растут в магазине со скоростью света, и купила я все самое нужное и необходимое, что надо, здесь и сейчас. Ну, сейчас пробегусь, все покажу. Будем мы ужинать. У нас вкусные щи, правда, они не такие яркие. Вот в какой раз убеждаюсь, лучше покупать старое, проверенное и не экспериментировать, не экономить. Томат вообще какой-то не яркий, хотя добавила его прилично. Но на цвет он не яркий, но на вкус щи получились очень вкусные. Сейчас вот будем ужинать со сметанкой. Ну, просто объедение. Еще если зубчик чеснока. Прям говорю, и у меня уже вот этот вот вкус на языке. Так, что я купила? Тортик по акции. Ну, был он по акции, потому что уже, видите, осталось совсем чуть-чуть, совсем немного срок годности. Но они всегда хорошие, мы берем. Ну и акция там на 50 рублей, по-моему, дешевле. Очень мы любим. Пломбирный такой нежный. Завтра такой день, такая дата. И без тортика просто никуда. И такой он прям воздушный, красивый. Дети оценят. Потом взяла я набор салфеток из микрофибры. 139 рублей за 3 штуки. Если покупать по отдельности, если я не ошибаюсь, одна стоит 79 рублей. Так что 3 купить выгоднее. И я их покупаю всегда проверенные. Мне очень нравится, и расцветка такая приятная. Это для посуды. Это для зеркал, чтобы наши зеркала сверкали, блестели без разводов. Хочу вот прямо сейчас протереть. А то, ну, все зеркала у нас какие-то запецканные. Дети нет-нет. Наши могут прикоснуться, пальчики оставить. Плюс друзья приходят с детьми, тоже могут где-то прикоснуться. И вот надо прям протереть. И у меня машинка постирала, надо еще стирку развесить. Взяла я вот такие вот яркие салфетки. Не знаю, почему-то мне этот цвет прям очень-очень нравится. Хватает их надолго. 25 штук. Ну, хорошие, в общем, салфетки. Показываю 70 с чем-то рублей, по-моему, или 69. Но вот показывала я свежесть белья. Я люблю либо лимон. Без акции 169 рублей, это кто за цены спрашивает. Мой любимый вернель, я люблю в черном цвете и вот такой. Но это кто любит, прям чтобы вещи пахли, так скажем, как тут написано, французским ароматом. Ну, правда, очень приятно, вещи пахнут, и они такие после него мягкие и хватает на очень долго. Потом гель для душа вот такой вот я взяла, Сашуле нравится, 3 в 1. Это как гель, шампунь. Около 400 рублей, и тут 400 миллилитров хватает тоже, в принципе, надолго. Потом губки для посуды 99 рублей, такие прям, видите, яркие. И вот такие вот еще тоже мне понравились, 4 штуки взяла, чтобы у Анюты было настроение мыть посуду. Все для нее, все для моей помощницы. Тоже, по-моему, стоит что-то
70 или 80 рублей, какие-то 99, я знаю точно, наверное, вот эти пакеты мусорные, там что-то 60 или 70 рублей. Лезвие тоже папе нашему взяла, 8 штук, выгодно по акции. Нарвалась просто на клад бананы, Максимка просил. Огромное спасибо нашей дорогой, любимой Вере Дмитриевне. Домашние яйца. Вот они. Нам дала. О, сколько много. Я не хотела брать, но от них с пустыми руками никогда не уйдешь. Я думаю, что у вас тоже есть такие знакомые. И тем более Вера Дмитриевна нам как мама. Ей для нас, для своих крестников ничего не жалко. И когда мы жили, снимали квартиру, она всегда нас угощала и тортиками пекла, и пирогами, и пирожками, и вареньем, и ягодой. Когда вот мы жили на квартире, у нас не было своего, всегда всем угощает. Большое-большое спасибо вам за это. Потом у меня закончился мой чудо-порошок, я заказала, и вот увидела, азелит мне тоже нравится, купила. По цене тоже вам не скажу, йогурт по акции, дети любят. Потом вот таблетки для рассасывания, вишневые, не знаю, первый раз беру, посоветовали, сказали, что хорошие. И нос промывать, натрия хлорид. Ну и, собственно, все. Вот что я купила. Я считаю, что сходила экономно. Экономка. И купила все необходимое. Мяско у нас есть. Сейчас достану, чтобы оно разморозилось. И завтра будет у нас вкусный, вкусный ужин. Так, сейчас все приберу, уберу, поужинаем. И надо развесить белье. В общем, буду показывать, чем мы тут занимаемся. Я видела. Молодцы. Анюта йогурт это доставала. Анюта достала йогурт, и наш холодильник остался без ручки. Не, ну на самом деле, да, у нас лопнула ручка. Я вот только как раз думаю, уроки сделаем. Покажу вам, что у нас там треснуло, и надо, наверное, заказать. Будет на Валберис найти. Я не знаю, есть ли там такие ручки. Подскажите, может, кто? Дерево выточим. Заказывал. Деревянное, да, я не сделаю? Угу. Вот, видите, все. Сколько? 3 года холодильнику? Да. Зато играть можно. Для детей счастье. Дети не унывают, не расстраиваются, да? Вот она лопнула, получается. Так, сейчас поставлю. Ну да, конечно. Отвертку. Печально. Вот. Было сверху вот так вот, видите? Вот, лопнутая, и я так говорила, открывайте аккуратно, чтобы она дожила. А я хочу, а я ну ничего. Да, и Анюта сейчас доставала йогурт, видимо, вот так потянула и выломала. Ну ладно, уже не важно, все равно она уже сломана была. Ну теперь будем открывать вот так, и холодильник тоже смотрится осторожно, не так уж и плохо без ручки. Папа потом это все... Открутит, уберет. Что тут раскричались? Это не я сделала. Да, не, оно уже было лопнуто. Мы же показывали до этого. Вот. Ничего страшного, новую ручку купим. Максимка на тебя наговаривает, да?
Ну, оно все, идемте, оно сломано уже было. Ну, вы че? Зато вон, Максимки, посмотри, какой классный меч. Меч-пистолет, да? В общем, на Анюту тут налетели. Да, это ерунда такая, вообще мелочь. Ручка от двери. Тут вон снимем, дочь, смотри, у нас же забыла, о. Подойдет, не подойдет, вот такую снимем, установим. Вот успокаивай сестричку, кто сказал, что это Анюта? Ну вот пошутила, довел сестру до слез. Да, дочь? Испугалась. Да что испугалась, чего? Она же сломанная была, я же вам говорила аккуратно. Просто уже все... Она забыл всего лишь баба. Угу, пришел ее... Доломать. Да, добить. Пришло время ее доломать, добить. Все, ручки нет. Но аккуратно, смотри, а то отлетит, она ведь такая... Железная, и разбить можно и что-то. Все, оставь, может, папа потом сделает. Вдруг не найдет. Вдруг не найдем. Ну вот, теперь будем как-то открывать. Вот так, а можно вообще вот эту ручку, что папа, да, оттуда перенес, поставил. А там можно... Ну, а там можно без ручки, туда мы все равно реже залазим, чем в холодильник. Так что вот такие вот дела. Сломалась. Ручка на холодильнике. 3 года он с нами. Как мы купили дом, ну, может быть, больше чуточку, 3 лет. Потому что мы его постоянно туда-сюда. Да, потому что дети миллион раз в день открывают. Это не дети. Ну, вдруг произойдет какой-нибудь фантазия, какая-нибудь... Фантастика, чудо. Да, ты откроешь, а там столько всего вкусного появится. А вам мало вкусного? Да! И йогурты, фрукты лежат. Ну что, не зря же ручку? Где тут мандарины? Мандарины кто-то съел, надо. Мандарины там в холодильнике. Нет, там нет, вот один был мандарин, я достала. А, ты съела? Надо вот купить мелких, сладких. Кто там, Перси? Нет. Буся? Вдруг я вот так открою, там произойдет фантастика и появятся мандарины. Угу. Их надо сходить и купить в магазине. Съела и все. Точно они там сами не появятся. В общем, ладно, Максимка тут йогурт ест. Сейчас уже пойдут все спать. А мне надо достать фарш. Ну ладно, сейчас отключусь. Потом увидимся. Сейчас полежится. У нас стабильность, ничего не меняется, точнее у меня время 12 часов, я как всегда хожу, брожу, чем-то занимаюсь, я, наверное, скорее всего, сова, а не жаворонок. У меня вот на вечер прям вообще такая бодрость, кстати, напишите, кто тоже сова вместе со мной. Прям некуда энергию эту деть, и вот хочется что-то делать, ходить и сна не в одном глазу, а вот утром, именно утром, наоборот, хочется полежать, поваляться, никуда не идти. Ну, надо детей в школу собрать, Анюту отвезти, Сашуля, Максимку уже сам. В основном, можно сказать, отвозит в школу. Я этого, можно сказать, совсем не касаюсь. Мне надо только приготовить завтрак, покормить, собрать их, проводить. И, собственно, все. И потом я уже занимаюсь своими делами, монтирую для вас видео. И так далее. Анюту собираю, кормлю в школу. И посмотрите, на кухне порядочек. Теперь можно спать со спокойной душой. И долго я думала, что же завтра приготовить вкусненькое. Просто именно домашних бройлеров дети у нас не едят. Как ни крути, сколько ни вари, домашнее мясо не выпекай. Все равно оно жесткое, магазинное. Оно прям тает во рту. И вот даже сегодня была у Веры Дмитриевны, она курицу варила домашнюю. Ой, домашнюю, магазинную. Прям вот мясо тает во рту, да, оно отличается по вкусу, как ни крути, домашнее есть домашнее. Ну и вот дети, наверное, любят помягче. И кто интересовался, съели ли мы бройлеров наших? Я уже говорила о том, что мы будем покупать, закладывать яйца в инкубатор. У нас еще мяско немного есть. Вот, например, грудка тут осталась. Тут немного, видите, как-то не голень, а вот это где мякоть, печень. Я вот паштет делала один раз. Тут вот тоже мясо. И больше всего... Так, тут что? А, тут тоже вот грудка, голени. Спинки уже давно на суп ушли. И тут полное просто. Один ящик полный, тут тоже
крылья, голени, ну и, собственно, все тут были лапки, все такое для Альфуши. Сейчас вот Сашуля там говядину кости купил, маслы, чтобы Альфуша грызла, зубки точила. Мы здесь храним. Ну, а там вверху ягода, варенье. Так что мяса хватает. Ну и плюс мы свинину покупаем, и без свинины не можем. Ну и в итоге я решила, Наташа, когда приходила к нам на Старый Новый Год, приносила манты. И мы съели, да, ну манты надо, все вкусно, но не хватило. И вообще манты надо есть горячими. А на Старый Новый Год был такой мороз, мы их разогрели, да, они вкусные, но все равно хочется прям с мантоварки. И, в общем, решила я манты приготовить. Дети любят, мы любим, и давно я их не готовила с вами. И вот достала целых 2 пакетика. Так что завтра будем с вами лепить. И надо сейчас убрать это в холодильник. Котики, котики все дома. Так что все, мои дорогие, всем пока-пока. Спасибо, что вы с нами, за вашу поддержку. Добрые, теплые слова, понимание. Вообще за то, что вы у нас есть и радуетесь нашим взлетам, падениям. Находите нужные, подбираете слова. Все, всех обняла, поцеловала. Пока-пока, завтра увидимся.